Мне позвонил Ахмед, сказал, да, Майк, денег нет. У меня, во-первых, таких денег нет. Я ему сказал, что выложу такой менталитет. Завтра я выкладываю 100%. Да, Ахмед делает контент, но на камеру. На заднем приводе, чтобы вы понимали, для машины ничего. Я с Хаптамаев тоже не промазанный. Мне 17 лет, и я еще не сдал экзамены. Я уже не люблю мохито клубничный. Я уже давно высокотехнологичный.